купали, вот еще молодым. И вот много лет назад, еще в Новгороде, я показал ему свои новые стихи. Он восхитился, сказал: «Я тебя прошу, подари мне эти стихи». Потому что опять же какую-то ерунду напишешь, ты же музыку не можешь писать, а я музыку напишу. И написал. И получилась песня, его музыка, мои стихи, которая только сейчас обрела свой грустный смысл после его ухода, и которая называется «Элегия». Сентябрь сколачивает стаю, и первый лист звенит у ног. Извечно истина простая, свободен, значит, одинок. Мечтая о свободе годы, не замечаем мы того, что нашей собственной свободы боимся более всего. И растерянные лица, куда нам жить и деть свои, крылом спасительным ложится власть государству и семьи. В углу заснятой иконой вся в путине пустота, свободен, значит, вне закона, как это истина проста. Входная дверь гремит, как выстрел, поем пустеющим домом. Торжительно вместе, словно листья, а падать вниз по одному. Торжительно вместе, словно листья, а падать вниз по одному.